Всем миром на тушение пожара. В этом кратко смысл федерального закона о добровольной пожарной охране, принятом еще в мае 2011 года. Он предусматривает создание в России в целом и в Кунгуре, в частности, территориальных клубов добровольных пожарных. Что должны будут делать добровольцы и насколько подобные нововведения актуальны для Кунгура, рассказывает Елена Котельникова. Пока плакатов у нас мало, будут стенды, будут плакаты, будет доска, будет проектор. Будем обязательно практические занятия проводить по работе с огнетушителями. Прием в клуб добровольных пожарных Кунгура уже начался. Сейчас это 15 человек из числа горожан и жителей Кунгурского района. Всех их будут обучать базовым знаниям по части предупреждения пожаров, основным действиям при их возникновении. Именно здесь, в этом учебном классе, который как раз для этого и предусмотрен. Желающему записаться в клуб достаточно написать заявление. Его форму предоставят здесь же. Клуб добровольных пожарных возник у нас с 1 ноября 2011 года. Стать членом клуба может любой гражданин, житель города Кунгура, Кунгурского района, не моложе 14 лет. Число желающих не ограничено. Если опираться на исторические факты действительности, то в начале 20 века количественный состав добровольцев исчислялся сотнями тысяч человек. Правда, тогда не было никакой спецтехники, о пожарно-техническом вооружении вообще не знали ничего, да и строения были намного проще, чем сейчас. То есть на армию отчаянных и отважных добровольцев только и была надежда. Но все же, как уверяет начальник 13-го пожарного отряда МЧС Владимир Карпов, необходимость в добровольцах есть до сих пор. В основном пожары происходят в частном жилом секторе, до 80% от общего их количества. И, конечно, существующая система пожарной безопасности этих вот функций и задач по снижению количества пожаров в полном объеме не выполняем. Чтобы выполнить все поставленные задачи государством, необходима какая-то другая сила. По его словам, сейчас в Кунгурском районе остаются неприкрытыми 50 населенных пунктов. Расстояние до них непреодолимо за 10 минут, как бы оперативно пожарные не отреагировали. А ведь именно это время диктуется нормативом. Есть такие микрорайоны и в Кунгуре, поэтому добровольцы, состоящие из них общества, дружины и команды, были бы сейчас как нельзя кстати. И работа по их созданию уже началась. Вот-вот территориальный клуб добровольных пожарных в Кунгуре по адресу Уральская 8А обзаведется новой вывеской собственной узнаваемой символикой – хотя пока даже для самих членов клуба, пусть большинство из них опытные пожарные, большим вопросом остается один – оплата их труда, ведь в федеральном законе этому не уделяется должного внимания.